При простудных заболеваниях, даже принимая средства для борьбы с вирусами, важно облегчать симптомы. Ведущие эксперты рекомендуют симптоматическое лечение. Терафлю содержит 4 активных компонента и борется с 7 симптомами гриппа и простуды. Терафлю – номер один в рекомендациях специалистов. Gardenia, the new eau de parfum. Купил утюг, купил смартфон. Сбермегамаркет. Подгузники и кошки корм. Электродрели, джойстик. Выбор есть для всех. Сбермегамаркет. Чего здесь столько нет? Покупайте товары со скидками до 99% за бонусы от Сбер Спасибо. Нуру, Тусу, объединитесь. У меня есть план. Я знаю того, кто сможет нам помочь. Не терпится увидеть новую подругу в действии. Это талисман Человек. Используй его во благо. Меня зовут Лесперия! Ух ты! Ты уже совершала ошибки, Леди Баг. Совершишь и снова! Берегись! Забери ее, талисман! Пора раскрыть тайны Маринет! Наконец-то! Леди Баг и Суперкот. Новый сезон. С понедельника по четверг в 19.05 на канале Disney. Into my funky beat, jumping like a villain, always willing like Bob Dylan, never ever, you know why, I'll blow my heart. Самые крупные барыши поступают не от наркотиков, а от сбросов. Чтобы законным способом уничтожить химические отходы, нужны миллионы. А за 1000 можно нанять грузовик и сбросить всю отраву в море. Да? О, Господи. Фрэнк, похитили детей. Завтра. Я задаю вопросы. Простите, санты эльфы. Объясняю. У эльфов зеленые шляпы, а мы гномы. Гномы в доме. Завтра в 19.30. Пошли, пошли! Стойте, а меня развяжете? Да! Нет. Большая анимация на канале Disney. Мои волосы, мое украшение. А если они становятся тусклыми и жесткими, как солома? Я использую новую драгоценную коллекцию Pantene «Шелк и сияние». Интенсивная формула с биотином и протеинами шелка превращает волосы из соломы в шелк за одно применение. Волосы мягкие, шелковистые и сияют, как драгоценные украшения. Pantene. Цвет твоих волос такой же красивый, как у мамы когда-то. Стойкая крем-краска Palette. Насыщенный цвет с заботой о волосах. Для ярких моментов надолго. Палет. Выиграй призы для незабываемых впечатлений. Завтра. Макс, полиция Нью-Йорка. Он может раскусить любое преступление. От него даже птички без ума. Но когда он возьмется за новое дело... Под вывеской бродяжки собак происходит контрабанда животных. Его будут ждать... Макс, ты будешь в восторге? А, нет. Настоящие испытания. Псы под прикрытием. Завтра в 21.10. Доверься мне. На канале Disney. Нет. Мы сообщим, как только что-то выясним. Да. Хорошо. Это хорошо. Да, понял. Пенни пришла в себя.